все знаем прекрасно, что радикальная цистектомия – это та операция, которая в онкоурологии обладает достаточно большим потенциалом риска летального исхода. И если мы возьмем на круг все осложнения, то и наиболее опасный момент самой операции – это не тот момент, когда мы удаляем мочевой пузырь, а именно этап деривации мочи. А если мы говорим о деривации мочи, то наиболее частое осложнение здесь, которое является фатальным, это осложнения, связанные с уретрой или анастомозом. Итак, частота, наиболее частые виды осложнений в данной зоне – это стриктуры и несостоятельность. Если мы говорим о стриктурах, то по мировым данным она колеблется от 3 до 10%. И несмотря на то, что в нашу жизнь входят малоинвазивные методики, мы видим на этой таблице представлены сравнительный анализ формирования стриктур при малоинвазивных операциях и открытых операциях. И несмотря на то, что мы ждем от этих операций снижения количества осложнений, мы видим, к сожалению, что малоинвазивная хирургия в этой части привела к увеличению количества стриктур. Несколько более благоприятно выглядит статистика по несостоятельности уретроиллиального анастомоза, и в эру малоинвазивной хирургии она не привела к увеличению данного вида осложнений. Причины стриктур уретроиллиального анастомоза представлены на данном слайде. Это является повышенный индекс массы тела, внутрикорпоральное отведение мочи, длина резицированного правого мочеточника, снижение клубочковой фильтрации, инфекции мочевыводящих путей и негерметичность анастомоза. Как уже говорилось сегодня, стриктура по данным литературы слева встречается чаще. И если сравниваем мы методики анастомоза по Несбиту и Волосу, то ряд публикаций показывает преимущество с меньшим количеством осложнений по Волосу, но и ряд других публикаций не показывают различия в этих методиках. Наш опыт с 2014 года составляет 156 радикальных цистектомий с различными методами деривации мочи. Характеристика пациентов краткая представлена на данном слайде. Из 156 пациентов 38% операций мы выполнили малоинвазивными доступами и 62% выполнены традиционным доступом. Вот распределение пациентов по методам деривации мочи. Мы видим 9% – это ортотопические необладеры, 3% – это необладер ортотопически выполнен роботоассистированным путем, лапароскопическая операция Брикера – 35% пациентов и 53% – операция Брикера выполнена традиционным доступом. Для формирования анастомозов мочеточника с кондуитом мы использовали шовный материал монокрил 4.0 и выполняли ее непрерывным швом. Количество осложнений со стороны анастомоза составило 5,7 случаев. Несостоятельность 3,2% и структура анастомоза у 2,5% пациентов. Среди пациентов с осложнениями со стороны анастомоза мы видим, что ортопическая пластика выполнялась у одного пациента, гетеротопическая пластика в модификации клиники у 5%, у 5 пациентов, что составило 55%, и операция Брикера в классическом своем виде у 3 пациентов, что составило 33%. Распределяя пациентов по вариантам доступа малоинвазивной и открытой хирургии, мы видим, что процент осложнений малоинвазивного доступа со стороны анастомоза составил 6,6%. При открытом доступе значимо не отличался, и процент осложнений составил 5,2%. Структура и несостоятельность анастомоза при малоинвазивном доступе встречалась в равном проценте случаев в 3%. При открытом доступе традиционно мы видим чаще, что в нашей когорте встречалась несостоятельность чаще, что составила 4% против 1% структур. Говоря о сторонности осложнений, мы не видели здесь превалирования осложнений со стороны левого мочеточника, в отличие от мировых данных, и мы видим, что курсы проведения неоадъювантной химиотерапии глобально не влияют на количество осложнений со стороны анастомозов, и оно составило в каждой группе по 2 пациента, и открытые и малоинвазивные переносили неоадъювантную химиотерапию.
Вот, но мы, каждый, вы понимаете все прекрасно, что это сугубо индивидуальная коррекция осложнений у данной группы пациентов. Ну, такие методы коррекции, как нефростомия, формирование уретерокутаностом и антеградное стентирование выполнялось в нашей клинике. Летальный исход в течение 90 дней после операции зарегистрирован у 44% пациентов. Причины летальных исходов представлены на данном слайде, я их зачитывать не буду. Профилактика осложнений мочеточника и кишечного анастомоза является, это, конечно, первое значение имеет опыт хирурга. Другими факторами является это деликатная диссекция мочеточника с сохранением периуральной ткани, бережное обращение мочеточника в зоне его области анастомоза, достаточная длина детубализации мочеточника при формировании анастомоза по волосу, и на сегодняшний день многими авторами отмечено, что имеет преимущество возможность использования ICG. И необходима достаточная длина подвздошного кондуита для минимизации натяжения. Вот такие выводы я сформировал по результатам анализа наших данных. С учетом высокого риска фатального осложнения при осложнениях со стороны уретера или иального анастомоза следует придерживаться активной хирургической тактики, и выполнение радикальной цистектомии малоинвазивным доступом оправдано в клинике, которые обладают достаточным опытом выполнения радикальных цистектомий. Спасибо большое. Но однозначно технология ICG, которая позволяет оценить кровоснабжение, наверное, это будет новым стандартом, но после того, как методика все-таки станет более дешевой. Потому что на сегодняшний день все-таки цена за препарат достаточно высокая, но однозначно оценить кровоток, особенно у пациентов, отягощенных после лучевой терапии, ну, это как бы в обязательном порядке. Спасибо большое за доклад.